сейчас, пацаны, пацаны. Вот, все. Вижу. 20 секунд. Работаю. Ну чё, подлюка? Здорово. Как жизнь, как сам. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Влад. Так, ну что ж, ребят, добрались, доползли, доплыли, дождались. Короче говоря, ребят, мы находимся сейчас на самой вершине Эвереста под названием «Финал модификации «Упавшая звезда честнаемника». Да-да, ребят, наконец-таки мы вот, собственно говоря, доползли до данной вот эпогеи, до данной точки контрольного отчета. Это у нас локация «Генераторы», последняя битва с меняющим лица, поэтому сейчас надо полностью подготовиться. В принципе, в моральном плане я готов, я узнал максимальное количество информации, которое мог узнать из модификации, то есть читал все, что мог только читать. Сейчас нам еще прибыла, ребят, новая информация от Генки. Помните, мы перед уходом, собственно, генератора давали ему для дешифровки некоторые письма фон Беркова, он нам их расшифровал и скинул на почту электронную, то есть на ПДАшку. Сейчас тоже быстренько прочитаем. То есть у нас осталось буквально три квеста сейчас из основных. Это письмо для Славена, я так понимаю, Славен — это главарь пареньков здешних, то есть который находится здесь на базе у нас, Варлаб, вот база Варлаба, да-да-да, именно она. Также есть парень по имени Ермол и найти грузовик 2, то есть все, в принципе, на этом точка. И потом финальная битва с меняющим лица, который мы, в принципе, готовы просто, ну вот, не знаю, и морально, и физически, то есть целиком. У нас полный функционал, есть гранатомет, есть ТОС, есть ВССК, Гаусска, ППШ, то есть полный боекомплект на самом деле. Поэтому, короче, меньше слов, больше дела. Так, какая-то сидит машинка, причем она почему-то летающая, ты смотри, ни хрена себе! Магия, ёб твашу душу! Ага, нормальное начало, вообще бодро, сели, бля, уехали просто. Здрасте, до свидания. Так, короче, ребят, лучше пойдем на своих двоих ногах, потому что что-то здесь мне, ребята, эти машинки не нравятся совсем, как-то, не знаю, странно. Мы сели, подорвались, тачка, походу, заминирована. Так, это наши ребята? Или это GRC? Подождите, нет, это наши пацаны. Так, Варлаба под нашим контролем. Ох, ребят, вот он, последний оплот сталкеров. Полный боекомплект, полная база, ты смотри. Обалдеть. Так, я оружие убираю сразу. Так, полученное микрофонное письмо, это у нас от Генки. Хорошо, сейчас прочтем по-быстренькому. Так, информация от Генки. Дневник фон Беркова. Ох ты ж, елки-палки. Август 36-го. Герман Вирт предложил мне возглавить экспедицию в Перу. А, это информация про Перу, про которую мы рассказывали греку историю, как мы в первый раз, собственно, свиделись с меняющим лица и с, скажем так, пространственно-временными прыжками. Так, изначально наша, кстати говоря, этот, господи, как это называется, город-то, ёлки-палки. Ай, не помню, ребят, красивейшее место, короче, игра в горах, тут городишко. Так, поиски человека, отправившего фотоснимки. Блин, здесь куча, ребят, всякой информации, причем очень много, причем прям чуть ли не достоверно, такое чувство, как будто взято из Википедии. Все очень красиво, занятно, но, блин, вот сейчас вообще не до этого. То есть я, в принципе, уже разобрался, что откуда появилось, что, как, где. Поэтому сейчас, собственно говоря, основное для нас это Чернобыль. Да, сейчас Чернобыль. 41-й год, удалось наконец-таки извлечь малый летательный аппарат из ангара шлюза Ковчег и произвести съемку его со всех сторон. Вне тесных... Ну да, здесь, ребят, полная предыстория. 49-й год, появление первых мутантов, дописано по-немецки, но явно не рукой фон Беркова. Я иметь подтвердить люди в разных по крови погибель, встретить вместе и храбро. Ясненько, ясненько, ребят. Так, это все, конечно, очень интересно и занимательно, но сейчас главная задача для нас найти меняющего лица и затолкать ему огромную лопату в жопу так глубоко, чтобы ни один хирург Германии, вот даже самый лучший, не смог ее обратно достать, ребят. То есть вообще никак. То есть запихать прям вот очень сильно и приковать его к стенке. Так, у меня тут висит какой-то квестик. Ермол... Здрасте, приехали. Так Ермол здесь находится. Отлично, это хорошо. А вот и ковчег. Нашли. Вот он, ребят, настоящий ковчег, неподдельный. То была какая-то фальшивка. Это что такое, вообще не понимаю? Угнать? Нет, спасибо, я не хочу. Тут вроде мои друзья, поэтому это будет, наверное, нехорошо сделано. Это что такое? Это Спанч Боб или что? Я просто не понимаю. Это очень похоже, ребят, на Спанч Боба. Ладно, не будем его трогать, короче, игра пусть лежит. Так, где Ермол-то? Ага. Здорово, дружище, привет. Привет, говорят, что ты сможешь знать про Скрягу и Захара и про старые склады, что не нашли. А, давняя история. Склады Захар нашел со своими кентами, Курком и Пауком.
оружие времен Второй мировой, консервы, обмундирование и наше, и немецкое. В общем, хрен поймешь, чьи склады. Парни особо, впрочем, не заморачивались и стали искать сбыт, тем более, что со жратвой патронами в центре зоны уже стало туго, а таскать через барьер себе дороже. Инвертор — вещь капризная. Вышли не на скрягу, а скряга — это тебе не ермол. Ежели что, целая группировка бы за него впряглась. И пошел у них нехилый бизнес. Да, ты и сам видишь, весь центр ППШ МП-40 таскает. Ага. И значит, Соковцуру завидно стало. Решил им бизнес скряги с Захаром себе забрать, что им и удалось. Блин, как же я рад, что я убил этого говнаря. Вы представляете, насколько конченый персонаж этот, господи, Ковцур и его бригада, не знаю, самые отбитые парни в ЧЗО. По-моему, ренегаты не такие обсосные, как этот парень. То есть, мало того, что он так гоп-стопает всех, кого попало, то есть он просто бандосик, так он еще и чужой, господи, бизнес под себя поджал. Пацаны, собственно говоря, сами начали торговать, как бы, ну, дело нормально, то есть, что делать, как бы, нашел оружие, нужно им торговать, в принципе, логично, как бы, да. Так он, нет, он взял их, короче, всех поубивал и под себя поджал бизнес чужой. Господи, как же хорошо, что мы прострелили ему голову, на самом деле, ребят, то есть, видите, как падла этот Ковцур. Так, понятно, где склады теперь эти, не знаешь? Пустые они, Ковцуры все перевезли, сюда даже сунулись, в деревню зомби. Нашли тоже укромное место. Андрюха, что с Гончаром, их в две СДшки приняли? Передумал Ковцур в Восточной Припяти, кажись, товар держит. А что за деревня? Да здесь, на генераторах, на 7 часов отсюда. Артефактов там, ну, просто немерено. Но место неспокойным, там-то там до зомбаки облюдовали деревню. По мне, так лучше зомбаки, чем ковцуровские бандиты. Ты это, если арты продавать будешь, мне неси, договоримся. Так, а мне бабки не нужны, мне нужна информация, да. А что тебя интересует? Стрелок и его группа. Полный комплект артов, я расскажу тебе все, что известно. Попробую найти. Так, деревушка я видел на карте, на самом деле. Вот она находится, ребят. Недалеко от нас. В принципе, не тяжело сейчас будет просто зомбарей раздолбить, как бы, и все окей. А эта штука не работает, нет? Печально. Она уже с кем-то занята, я сейчас на нее сел бы, и все было бы красиво бы. Просто бы зомбарей переехал, и было вообще прям вот ништячок. Так, ну ладно, ребята, сейчас сели в машиночку и поехали в деревню за артефактиками. Так, ну эти, короче, сразу убежали, ясненько. А тут вообще какая-то, ребят, дискотека, просто дискотека века. Эй, артефактер! Йоу, артефактер! Ну вы, короче, поняли, да? Ребят, ну стойте, ну... Так, ребят, прибыл я, короче, в деревню. Место очень мутное. Здесь что-то куча собак, какое-то психоле. Собак, стоять. Стоп, дружище. Отдохни, спринтер сраный. Ты смотри, разбегался. Сосун, быстро бегущий. Так, первого зомбаря завалил. У него реально находится артефактик. Бенгальский огонь забрать. Так, вроде бы больше пока что здесь 5 нету. Ищем дальше. Еще зомбари, еще артефактики. Спокойно, ребят. Все найдем, не переживайте. Вот там куча собак. Где артефакты? Сказано было, что их тут немерено просто. Пока что нашел только 2 штуки, но это, в принципе, не особо-то и много. Опа! Еще зомбези. Братан! Как сам, как жизнь, хорошо? Отлично. Артефактик. Добро. Спасибо тебе, молодой человек. Спасибо. Отдыхай. Не скупись. Налегай, веселись. Так, где еще ребята? Вот там, походу, артефактик. Я вижу. Так, подбираем. Есть контакт. Это что, это консервная баночка какая-то? Здесь есть артефакт? Ну-ка. Нет, нету. К сожалению, ребят, нету. А, еще зомбези. Братан, нет, дружище, сразу, просто. Вот сразу нет. Ляжись. А вот они. Вот они, ребята. Тут, смотрите, целая банда. Ты смотри. О, хорошо. Так, друган твой. Блин, патроны уходят, на самом деле, знаете, так быстро и очень приспешно, на самом деле, потому что у нас еще битва будет какая-то с этим меняющим лица, а патроны просто улетают. Это не есть хорошо. Так, дружище. Блин, очень быстро патроны уходят просто. Какого черта? Ты что, из металла, что ли, сделан? Так, есть контакт. Что дальше? Где еще? Мало. Должно быть больше, скорее всего, я больше уверен. Блин. Так, этого я уже завалил. Где еще зомбези? Было сказано немерено просто. Ну, как бы нашел пока что, ребята, артефакт, наверное, где-то 5-6. Это не особо-то и много. Бывали ходки. И пожижнее, прям намного. Так, отошел буквально 5 секунд, все артефакты просто разбежались. Блин, на самом деле лучше всех просто не выкидывал, ребят, квест я сделал. Это просто адская садомия, потому что количество, скажем так, артефактов, которые нужно было найти, елки-палки.
Так хочется, ребят, сейчас начать прям танцевать, потому что он просто дискач, посмотрите. Красотища, может так и оставить на самом деле? Слушайте, я, наверное, забирать их не буду, потому что это ненужные артефакты, пусть валяются. Я их скидывал для того, чтобы можно было нормально отличать их от артефактов из зомбарей, но оказалось, что там артефакты другие. Там артефакты мертвые, у них другие надписи, то есть смотрите, у артефактов обычных идут свойства, то есть и описание. У этих же артефактов нету свойств, только описание, то есть вот и все. Их, ребят, было 27 штук, 27, запомните эту цифру. Причем большая часть этих артефактов находилась не в деревне, в зомбарях, а, скажем так, на кладбище. Там было кладбище за деревней, и вот там эти артефакты находились. Так, дружище, ну давай сейчас даем им туда артефактики, получим информацию о стрелке и думаем, что дальше делать. Пока что неизвестно, что дальше делать в принципе, но разбираемся пока с Ермолом. Так, дружище. Здорово, добыли артефакты. Что-то не так? Да я в порядке, не так с артефактами, они как бы, лучше сказать, это мертвые что ли? Это то, что нужно, давай закончим с нашим делом. Не торопись, дружище. А что с ними случилось? Я не знаю, ходят слухи всяческие, типа зомби свою псевдожизнь поддерживает, высасывая жизненную силу артефактов. Ни хрена себе. Слушай, ну забирай артефактики, да, это все-таки был квест. Так где мне искать стрелка? Он бывает здесь, появится, шепну тебе. Смотри, чтоб я услышал твой шепот, Ермол. Так, узнать информацию о мертвых артефактах. А у кого узнать информацию? Отлично. Ох ты ж, елки-палки. Ёжик просто полетел. Ёжик. Тинс. А, это не ёжик, это наш этот светильничек. Господи. Красиво-то как. Слушайте, а с кем здесь разговаривать, я не понимаю. Так, вот этот человек мне очень нравится. Молодой человек. Это лис. Ох ты, лис здесь, но он нихера не знает, ребят, про артефактики. Это плохо. А с кем базарить-то? Так, это кто такой? Опа, лоцман, что ли? Ёлки-палки. Главный проводник на территории ЧИЗО прибыл тоже сюда, ребят. Слушайте, полная компашка лютых парней. Может, он, ребят, что-то знает? Вроде бы он похаживает по зоне, должен быть в курсе всяких вот таких вот вещей. Красиво, да, правда? Но я постарался, правда, от души. Опачки, привет. Привет, слышал про тебя. Говорят, ты все уголки зоны излазил, никто не знает зону лучше тебя. Сильно преувеличивают. Или проводить генераторов? Нет, интересуюсь мертвыми артефактами. Что это? Не знаю, тебе бы с синоптиком поговорить про мертвые артефакты. Он захаживает иногда на генераторы, на бывший КПП. Обычно со своими друганами торчит. Так, спасибочки. Вот так вот, ребят. Опять синоптик. Слушайте, но у него к нам должок за обман, скажем так, в нашу сторону, потому что он немножко натрындел. Бывший КПП, ребят, находится у нас вот здесь, так понимаю, да? То есть на старой дороге. Блин, конечно, путь не близкий, но в принципе-то... Мы бегаем очень быстро, резво и надежно, поэтому много времени, ребят, тут не займет. По-быстрому сейчас сходим к синоптику, с ним поговорим, узнаем информацию про артефакты. Хотя не знаю, зачем это нужно, то есть я пока не в курсах, зачем нам это в принципе нужно. Ну артефакты, ну мертвые, ну подпитывают зомби с помощью них жизнь. Какая нам до этого разница, я вообще не понимаю, но делать-то нечего. Так, а вот, ребята, бригадка синоптика. Он и его два дружка живы, здоровы, невредимы. Значит, до них Орен не добрался. Это хорошо. Хотя, в принципе, Орен уже вообще сдох, но как бы это не важно. Дружище! Ох, ни хрена себе, это разве они? Бен. А, да, вроде бы они. Как-то он очень изменился, на самом деле. Какие-то прям стрёмные ребята стали. Так, дружище! Здорово, старый знакомый! Здорово, синоптик! Был уверен, что встречу тебя на генераторах. И как ты здесь оказался? Долгая и скучная история. Вопрос у меня есть, синоптик. Ты же вроде мистик, наткнулся здесь на странную вещь. Мертвые артефакты у зомби. Ничего интересного, Джон-Джо. Эти зомби-выродки, таскавшие с собой золотых свиней. Сперва свиньи высосали из них жизнь, потом они, став зомби, высосали энергию из свиней. Ха, ни хрена себе. Вот это парадокс. В смысле, получается, свинья это артефакт? То есть, в какой-то степени. Ты сам-то в это веришь? Я не верю, я знаю. Время жалко, зря потратил. Прощай, фантазер. Так, ничего особо интересного, ребят, не узнали, то есть... Какая-то такая смутная теория, но зато мы получили информацию. Странно, получается, свинья это артефакт некий такой, созданный из какого-то странного материала, который в конце концов убивает человека, то есть со временем, как это было с грешником, и стало бы с нами, если бы не Молох. Но после смерти зомби, получается, начинает в обратную сосать энергию из свиньи для себя. Это, конечно, интересная история, но нам она никак не помогла. То есть нам бы сейчас узнать информацию по поводу меняющего лица, а не про всякие артефакты, которые сосут жизнь. Такие мы уже видали, как бы, и не особо-то они нужны нам были, как оказалось, потому что есть артефакты и обычные, которые помогают нам просто так бегать. Ну да ладно, короче. Так, идем дальше на базу, ищем нужных людей или проникаем в Варлабу, не знаю. Короче, будем, ребят, мозговать и думать. Так, ребят, ну это просто везение на самом деле, потому что как я тебя в прошлый раз пропустил, ребят? Я вот просто не понимаю. Дружище, это ж немец вроде как, да?
Знакомый чувак. А разговор-то есть? Опачки! Доброго здоровья. Так, и тебе, немец. Мне Славен нужен, дружище. Придется подождать, ему пока некогда. Хорошо, я подожду. Тра-та-ти-та-та-ти-та-ти-та-та, братан. Нет ничего? Ну ладно, ладно, ладно. Все, подождали, можно дальше разговор иметь? Слушай, немец, мое дело действительно уже не терпит. Славен уже выходит, иди к входу в бункер. Все, полетел, понял, красавчик. Так, сохранились. Где он? Славен, Славен, дружище. Вот он, ни хрена себе, Славен, ты смотри, усики. Утонченное лицо, машина для убийств, на самом деле. Мастер, группировка поиск. Привет, ты здесь главный. А есть сомнения? Сомнений нет, есть висточка от Бормана. Так, ну как, нормальная грамота? Значит, ты и есть тот самый Джон-Джо, наслышан. А что, в Припяти всерьез готовил штурмовать наш лагерь в бункер? Всерьез, одного пластида хватило бы, чтобы обрушить своды вашего бункера. И вы с Борманом пресекли это дело? Тебе-то это зачем? Ага. Мне нужен грузовик, вернее, стазис-камера в его кузове. Стазис-камера? Ты про контейнер? Это называется стазис-камера. Она предназначена для изоляции меняющего лица. Я должен загнать эту тачку, эту тварь в стазис-камеру. Тебе обещали заплатить за это? Нет. Я не могу верить тебе, наемник, и постарайся покинуть лагерь до 9 часов. Прощай. В смысле? Какого черта? Но мне ж реально за нее не платили. Что, мать твою, такое? Ребят, какой угон? Нет, я не хочу быть врагом этих пацанов. Что случилось? Я ж правду ему отвечал. Какого хухры-мухры произошло? Артефакты им раскидал, сделал все красиво, помог Ермолу. Тут все мои друзья, блин, вон, Лоцман мой братан, там, этот, Синоптик, все мои братки, и он не верит. Подождите, мне же вроде как ничего не платили, то есть у меня был договор со стражем, то есть нужно просто спасти, скажем так, человечество от вымирания. Да ну бред! Так, ребят, все, я, короче, переиграл с ним, поговорил, оказалось, что ответ «да» ему был более каким-то, не знаю, правильным, хотя странно, нам вроде не платили за эту херню, то есть это была правда. Мы работаем ради некого контракта с этим, со стражем. Но там не фигурируют никакие деньги, поэтому... Ну ладно, хрен бы с ним, ребят. Так, нужно сейчас угнать грузовичок. Стоп, а сейчас же не ночь, да, еще все не спят. Блин. Давайте сейчас просто туда поспим. Как можно, чтобы было позднее. Вот там часиков 5. Да. Так, вот, ребят, все они, короче, видите, там скучковались красиво. Все нам друзья. Все спят. А, стоп, а кто такие? Это кто так? Это отец? Что произошло? А, бойцы. Тихо. Надо покушать, ребят. Бойцы, короче, этого Славена взяли людей и поперли к генераторам для того, чтобы сдерживать меняющего лица. Сюда прибыли ребята из нашей братьи. Так, а с кем нужно поговорить? Нет, отец Павел, не ты. Нет, не ты. И тоже не ты, Константин. Где кто у вас главный? Кто у вас здесь нормальный пацан? Ты что ли? Алексей, блин. А с кем базарить-то нужно? Опа! Откуда ты взялся, человече? Я от отца Виталия. Вот письмо. Погоди-ка. Ага. Ну, можешь полностью рассчитывать на нас, раз такое дело, сын мой. Грузовик с контейнером охраняется? Кому нужен старый хлам? Хорошо. Только я выйду за ворота, бросайте все и уходите. Но перед этим передайте открытым текстом отцу Виталию, что наемники угнали машину с контейнером камеры. Все запомнил, отче? На память не жалуюсь. Тогда начинаем, братан. Тогда начинаем. Все. Полная бригада, ребят. Просто вот так вот прям руки растерли. По лицу бахнули. Кровь разогнали и понеслась, ребят. Финальная операция. Монахи за нас. Группа поиск за нас. То есть это максимум. Плюс еще есть военные. Есть еще Борман. Короче, полный фарш. Так, а куда ехать-то? Ёлки! Фонарь врубай! Там время ограничено, ё-моё, форсаж! Давай! Шо он так еле едет-то? Карта, быстрее, тут не потеряешься, в принципе, особо. Давай, жми, дружище! Ёб твою нахер! Осталась минута, и все, и конец света. Ой, плохие звуки. Какие-то урчания в животе. Блин, куда я повер... Вот это был поворот не туда, ребят. Просто, что я творю?
Походу все, ребят, походу все. Человечеству конец, понимаете? Вот Брюс Уиллис просто обосрался. Что происходит, я не понимаю. То есть там просто не было дороги, ребят, напрямую. Я решил в объезд херануть. Как вы понимаете, объезд штука очень опасная. Ничего вообще не видно. Тут, короче, какие-то деревья. Просто на ощупь, ребят, на ощупь. Как учили нас в Академии Великих Водителей. Нам чутка правее, оказывается, нужно. Это не важно, кого это волнует. 20 секунд еще есть. Ёб вашу душу. Так, где заезд, это говно? Мне нужно внутрь. А заезда, походу, ребят, нету. Все, ГГшка. Давай, давай, последние секунды остались, дружище. Ну запотей, ну пожалуйста. А ёб твою мать. Ну какой стол? Ну ты чё? Ну поворачивай. Ну, 3, 2, 1. Так, ну в этот раз время, конечно, побольше чуть-чуть, но я сейчас чувствую, опять столб этот завет нас поймает. Ну ёб, эта херня вообще не поворачивает, ребят, то есть ни капельки. Кто там рычит-то? Ё-моё, какие рыки, вы чё, о чем речь вообще? Так, 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 отлично. Что дальше? Так, пошли вертушки, это хорошо. ПНВшка есть? Нет, ПНВшки нахер, нахер ПНВ. Где вертушки? Вот вижу Ох, ёлки-палки, что за мигалочки-то пошли? А дальше что? Найти грузовик 2. Так, я нашел его, вот он. Вот вертухан. Вот там рычащие твари. Пока что меня еще лица, ребят, я не вижу. Где ты? Алехандро! Диджей Бобо, где ты? Давай, давай. Нахер, Дагер. Завалил его с дедовского ППШ, ребят. Просто не почувствовал. Так, что это такое прилетело? Где ты, засранец? Где ты? Я тебя жду. Ух ты ж, ничего себе! Это что такое, ребят, ништяк? Спокойно. Че, зря собирал штрих-гранаты всю игру? Пошла жара. А, это наши были, ёб твою мать! Я откуда знал, ребят, у меня рефлексы после Вьетнама и Афгана, понимаете? И вижу красные точки в виде врагов на карте, сразу огонь. Как бы кто ж знал, это кто такие вообще? Ёб ту вашу душу. Это Хьюга, Ах ты ж подлюка, ах ты ж мразь. Он из GRC, ребята. Говнарь. Вы следили за мной, скажем так, прикрывали вас. Еще осталось несколько ликвидаций, если вы помните. И что же теперь? Зачем было убивать Коппера? Американцы, вижу, передали вам технику и вооружение. Коппер слишком медлил. Вернее, откровенно мешал. Старый честный дурак. А ликвидация не понимаю, о чем вы. Для вас операция завершена. Возвращайтесь к периметру барьера, и как только барьер будет отключен, выбирайтесь из зоны. Приятно было с вами работать. Ошибаетесь, Хьюго. Для меня операция не закончилась. За ошибки в нашем деле приходится платить по самой крупной цене. Переутомились, Джей-Джей, повторяю, все, ваша часть задачи выполнена полностью. Не люблю проигрывать, Хьюго, а сейчас у меня именно такое чувство. Пока! Ну что, петушки, будем стреляться? Или же нет? Или яички поджали, а? Нет? Очкуешь, да, очкуешь? Смотри мне, падла, то я сейчас вас всех с ППШ порешаю нахрен. Нет, нет, ну ладно, ладно, ладно. Точно? Засранцы чертовы. Так, ребят, короче, вот только я отошел к своему грузовичку, как вдруг высветилось сообщение, что нужно отбить грузовику GRC. Ну, как бы все ясно. Мы не сдаемся, мы как наши деды в 45-м шли до конца, поэтому ППШ в руки, конечно, хорошо, но я хочу взять РПГшечку. Тоже наша вещь, очень солидная. Сейчас я, сука, отобью абсолютно все грузовики от абсолютно у всех GRC. Ребят, никто ничего не видел, это была просто осечка. Бывает, такое бывает, ребят, просто осечка. О, хорошо. Тихо. Кто, да. Минус 3 сразу, ёлки-палки. Неплохо. Так, здесь кончились потрошки. Берем ППШ-шечку нашу, родименькую. И пошла жара. Что ты там пукаешь? Он бессмертный, ёб твою мать. Ребят, вы это видели? Он просто всасывает патроны. Ты чё, сын этого, что ли, меняющего лица? Эх, Хьюго. Чё за подстава? Сдох. А где оставшийся Хьюго? Хьюго. Так, это труп контрольный. Ой, тихо, братан. Чё так больно-то, я не понимаю. Какого чёрта? Как его нахер убивать, ребят, если он не умирает? С
спокойно, спокойно, спокойно. Сквозь дерево! Грёбаный читер! Фух, ребят, не помогли, ну, короче, пушки дедовские, поэтому взяли мы пушки более современные, внучковские. Взял, короче, бульдожика плюс догерочек и сложил этого чмыря позорного. На самом деле, он какой-то, не знаю, на анаболиках, что ли, на стероидах сделать, их не понимаю просто, эти грёбаные наемники какие-то пошли слишком лютые. Потому что впитал он просто, не знаю, миллиард патронов, а где он лежит вот здесь? Говорить не хочет, но не хочет и хрен бы с ним. Отлично! Так, где его тельце? Ах, ты ж, вот оно что! Артефакты старой сталкерской легенды, оказывается, он существует на самом деле. Телепатия, кровоточка, выносливость, сытость, радиация, здоровье. Так, ножичек его заберу, какое-то сообщение. У меня две новости, обе плохие. Попы свинтили, контейнер исчез. Так. Ваш грузовик у меня. Все отлично, братан. Он здесь, придурок! Контейнер, защитит бункер, железные морды! Знаю. Что, что случилось? Да не понимаю. Чтоб ты сдрёх, грёбаный наёмник. Чё произошло-то? Я чё-то не понял. Бляха-муха, чё случилось-то? Встретиться с человеком Сидора. С каким человеком Сидора? Так, где наша тачка? Подождите, походу этот прибыл, ребят. К Варлабе, походу, прибыл меняющий лица. Эти свинтили же по моей просьбе, господи, деды наши монаховские. А тачка-то здесь находится? А, я понял, поймай ксеноформа. Зашибись. Обратный путь тоже. Сейчас два раза бахнем сообщи нибудь. Уже три раза бахнулись. Давай, 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 братан. Тихо, ай, больно. Да, кому я обману, нихера не больно. Так, стоп, стоп, стоп. Не бы еще одеть артефактик этот лютый. Чтоб я был готов в битве с ним. Блин, давай, дружище, у нас время прям, не знаю. Ну, время на самом... А куда я еду? Ёб вашу нахер. Пьяный водитель, ребят. Просто куда я еду, непонятно. Меняющий лица прибыл к Варлабе. Монахи свинтили. Группа поиска обосралась, потому что у них нету грузовичка. А батя чё? Батя колесит. Батя нормально. Давай, 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 я почти на месте. Друг, подожди, Жора, Жора, стой. Алехандро, так, где въезд-то, ёб твою... А, вот-вот, там уже, ребят, мясо пошло. Пошла жара, ребят, держим его, держим, в колечке. Если что, пугаем это, щекотим подмышками, он боится щекоток, я вам отвечаю. У каждого злодея есть слабое место. Да ёб! Какая-то мразь там орёт еще. Где въезд-то в это говнище? Походу оно. Давай, втискивайся. Нет, что ли, это не въезд? А где въезд-то, ёб? А, чутка дальше. Я понял, господи, неповоротливое говнище. Ну где въезд-то в эту хрень? Да что за хреновня? С какой стороны тут была дорога? Блять, с другой стороны въезд! Пацаны, у нас проблема, у нас полторы минуты. Батя немножко потерялся в ориентирах. Сейчас, понасадили тополей. Твою мать, хера не видно. Сука, дорога была с другой стороны, да кто ж знал? Ребят, это, не умирайте, подождите. Если что, это, говорю, щекните под мышками. Травите анекдоты. Ага, все. Вот он. В куче артефактов стоит, ребят. Вот это шоу, вот это просто шоу. Вот это вакханалия. Сейчас, сейчас я просто подъеду, сейчас я подъеду. А чё, чё случилось-то? Я потерял вообще ориентиры, мы где? Что вообще? Почему нас так развернуло? Какого? Вообще не понимаю ничего, ребят. Я ж стоял передом к входу. Что за жесть? Куда ехать? Да ёб... Сейчас, 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 пацаны, пацаны. Вот, все. Вижу. 20 секунд. Работаю. Ну чё, подлюка? Здорово. Как жизнь, как сам. Хавай. А чё с ним? Отлично. Отлично, ребята. Сработали. Залез, да, в табакерку? Есть. Победа наша. Нахер выкинет дагер. Кто батя? Я батя. Все супер, красавцы, пацаны. Вы лучшие просто. Ох, ни хрена себе, азот при... А, это Егор, ну ладно, будешь азотом. Ох, ты елки-палки. Все здесь, все, полный набор. Просто не почувствовал, не почувствовал, ребята. Как же это было, ребят, просто охеренно. Черт, поле слабо, еле зацепил урода. Погоди-ка, что-то не так. В смысле, о чем ты? Что случилось-то? Что не так-то, братан?
Твою мать, выброс! Какой-то недобрый выброс, ребят. Что происходит-то? Пацаны, если что, ховаемся все в бункер. Или это ломается купол, я не понимаю, или по нам бьют линкоры. Так, и что у нас здесь и где мы? Опа! Да я нормально, все хорошо. Немец погиб, вытаскивай меня из-под выброса. Блин! Херань, это чем бубнит? Там он этот, дядька Яр стоит, все нормально. Здесь дядька Яр есть, все отлично, ребят. Азот, дядька Яр, Усатик. Так, Тимоха, Мерк. Группа поиск, Славен, ну это я понял. Че нам так плохо, то что нас так колбасит по-жесткому? Пацаны. Так, мы в бункере, хорошо. Блин. Опа. Опачки, ребят, нас здесь шестеро, а на карте появился седьмой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. К бою! К какому бою? С дороги! Опачки, вот оно. Ах ты ж мать твою. И что с ним делать? Сейчас я ему покажу кобру. Иди сюда, сюда, дядя, сюда. Надо уничтожить пульт управления барьера. Выбрать радужную камеру. Да сейчас я его загомошу. Дайте мне его. Где? Чё, ничего не видно. Дайте мне жору. Сука. Иди сюда. Где он? Чё все попадали-то, ребят? Чё всем так плохо? Где пульт управления камерой? Хер его знает-то, ё-моё. Ладно, бежим наверх. Вот жора, падла. Чё-то там бубнит. А, не в ту сто... Ёб твою мать. Ребята, мы накосячили. Сейчас мир будет просто просран. А где находится пульт управления? Кто-нибудь знает ориентиры, пацаны? У него тоже был дагер. Я очень рад этому, дружище. Где что происходит? Нихера не ясно. Еще трупы, пацаны. Хелпу дайте, батя не шарит, где пульт управления? Просто летим вниз. Не знаю, зачем это делаю, просто иду вниз. Где пультен? А, вот, нашел, точно, потайная лаборатория. Блин, как я мог про нее забыть-то на самом-то деле, точно. Давай, спрыгай, быстро-быстро, присед, полный, ножик готов, так. Перед смертью поедим. Колбасочка есть, ножик в руке, хорошо. Так, стоп, быстрее, бегу. Осталась минута. Что у нас здесь? РПГ, нет, я по мышке, ребят, зарежу его просто с ножа, как, не знаю, как скотину. РПГ это для шпанов. Здорово, петушок. Надо отдать тебе должное, ты был почти у цели, умеешь проигрывать. Да мы еще не закончили. Нет, Джей, все закончено, по крайней мере для тебя. Сейчас отключу барьер и уйду отсюда, сможешь помешать мне? Ну и перед тем, как уйти, я сверну тебе шею, есть последнее желание? Я хочу знать, почему ты оказался писать с камерой на тюремном корабле Ковчеге? Тебе разве Страж не сказал? Я осужденный преступник и заключен в поле камеры под приговором. Страж мне это сказал, еще сказал, что три линкора вот-вот совершат посадку, и тогда тебе хана. Не смеши меня, Джейджи. Если бы за каждым сбежавшим заключенным сюда послали линкор, ты же был в гнезде стражи, в подземном бункере, заполненном смертельно ядовитым газом. Ты же видел их кладку в той злойной воде. И ты ничего не понял. Не будет линкоров, Джейджи. Это был блеф. Тебя просто использовали. Меня всегда используют, я наемник. И сейчас я понял, принцип домино тоже твоя затея. Да, как было не оспориться информация, полученная от солдата из другой стороны. Так вот, слушай меня, наемник Джей-Джей. Ковчег разбился поверхность вашей земли 2 миллиона лет назад, по вашему времяисчислению. Сразу прибыли очистильщики и расстреляли уцелевшие... Ни хрена себе, рыки. Уцелевшие дефектные следы... дефектные следы камеры. Целые же камеры замуровали в скальной плите рядом в пещере. Специально для этого пробиты и высадили 1000 яиц с эмбрионами этих мерзких тварей, стражей. И когда кому-либо из нас заключенных удавалось выйти из этой камеры, тут же выплялся демон-ящер и бросался в погоню за беглецом. Страж сказал, что он не знает, где ковчег. Это так. Раскрывается защитный купол барьера, просыпается очередной страж, который, конечно же, не знает, что случилось с ковчегом. Удается ему поймать беглеца или нет, конец один для стража. Срок его ограничен примерно 2000 земных часов. Страж погибает от износа. Появляется следующий, и так пока заключенного не повергнут в камеру. Откуда тебе это известно? Это мой 8-й побег. Еще никому не удавалось для лесов отключить барьер. И здесь я могу быть первым. Но от этих негодяев, которые сейчас подыхают там у входа, можно ждать любой пакости. У меня дело предложение, Джей-Джей. Ты отключаешь барьер, я сохраняю тебе жизнь. Заманчиво. Есть шанс, железная морда, да? Вот именно, есть шанс. У тебя полминуты на размышление, а потом пеня на себя. Ага. 30 секунд. Он думает, что будет перемирие.
Смешной парнишка. Блин, оружие не работает, ребят, в смысле? Ножик, доставай ножик, доставай ножик, сейчас я ему воткну. Сейчас я красиво вот так воткну ему в затылок. Так, приготовились. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноль! Ножик, ножик, ножик! Чё, ух ты, ёб твою мать! Падла! А, хавай, хавай! Оп, удар в печь, в бочке! Хорошо, в голову! Да что ж такое? Собака! Ладно, сломаю пультента, да... Попал, нет! Да ёб твою, братан, подожди, подожди, секунду! Оп! Задание выполнено! Уничтожить пульт управления барьером. Меняющий лица побежден. Просто не почувствовал, ребят. О, я даже кровишку пустил ему. О, нихрена себе. Так. Вот это финальчик, ребят. Я даже пустил ему кровь с ножа. Это мой знаменитый удар тройной кобры в подмышку. Он убивает даже богов Олимпа, на самом деле, поэтому меняющий лица не проблема. Так, ну пульсирует, это хорошо. Ты отрубишься или... А, подождите, я же сломал пульт. То есть она теперь не отрубится никогда. Это еще что такое? Игра окончена.